Петербург – это не только красивые здания, не только красивые площади и дворцы. Это еще какие-то очень важные традиции семейные в моей жизни. Вот если мое утро начинается с того, что я проснулся, у меня, конечно же, выходной, и я сходил в нашу любимую булочную, купил любимые пирожки с запахом детства. Вот это, конечно, наверное, идеальное утро. В окошко тебе сразу заглядывает утреннее тяжелое серое небо, ты ему улыбаешься, оно пытается улыбнуться тебе, но уже плачет дождем. Но в родном городе всегда все хорошо. Какая бы погода ни была, март, август, январь, что угодно. Рецепт счастья заключается в том, чтобы проснуться, понять, что ты проснулся в Петербурге, подойти к зеркалу и улыбнуться себе. Этой самой улыбки я вам всем желаю. Желаю здоровья и самого настоящего доброго петербургского утра.